Всех приветствую, с вами Android Androidыч. Сегодня играем в игру, которая называется Roller Coaster Creator Express. Ну, скажу честно, я запускаю первый раз, но ролики из игры я видел. Давайте посмотрим, что она себе представляет и что мы с вами будем в ней делать. Так, давайте. Ого, мы можем с вами... Ага, как я понимаю, мы будем с вами создавать различные аттракционы. И сейчас, типа, идет обучающий режим. Давайте маленько звук убавлю, в котором нам... объясняют, как и что делать. Кстати, игра требует обязательно доступ в интернет. Так, давайте посмотрим, что будет дальше. Это получается типа головоломки. Так, приближай или отдаляй камеру с ведением разделения пальцев. Ага, понятно. Так, тащим одним пальцем, чтобы перевести камеру. Понятно. Что еще? Ага, ну... Ой. Я слишком рано нажал. Эти чуваки развелись. Бедные чувачочки. Так, вот, ну, пока все просто. А, я понял. Надо создать такие условия, чтобы мы могли с вами взять все звездочки, которые здесь имеются. Окей, нажимаем. И наши человечки очень рады, что у нас все получилось. Окей, прикольно сделано. Оригинальная самая идея. Ну, вообще, что связано с аттракционами. Похожие игры выходили, но именно с аттракционами я еще не видел. Так, что идем дальше? Петля доступна. Угу, то есть дополнительная какая-то штука. Давайте посмотрим, что это такое. Ага, понятно. А мы, кстати, можем, кстати, стирать. Вот стерка есть. И можем возвращать назад, если этого хотим. Так, давайте поставим. Так, когда мы с вами, кстати, когда мы с вами используем вот эти вот рельсы, у нас тратится определенное количество... денег, да, получается, которое у нас доступно. То есть оно как бы ограничено на наши возможности, надо с умом все делать. И как я понимаю, то также имеется возможность нажать подсказку. Давайте попробуем это сделать. Так, а изгиб, смотрите, еще изгиб появился. Прикольно. Тут надо прям думать. Изгиб. Нажмите на специальную деталь, чтобы перевернуть. Ага. Нажал. Нажимается. Ага. Так, и вот надо додумать, как же тут все. Ну-ка. Так. Прикола. Нет. А, не все так просто. Вот, кстати, подсказка, и мы можем... А, видите, за рекламу и за донат. За деньги, которые... можем с вами потратить. Окей, давайте тут вернем. Так, как же тут сделать-то в натуре? Давайте подумаем. А, мы можем же вот так сделать. Так. Потом. Так. Ну-ка, вот эту я хочу поставить. Так, о, смотрите, какой умный. Так. Потом так. Так, о! Ну, все, смотрите, все складывается. Хотя, в принципе, я... Ага. О! Ну-ка. А, ой! Чуваки, извините. Не заметил я, что я это маленько ступил. Вот тут я... сотрем. Вот надо было что сделать. Бедные, бедные чувачки. Но сейчас они точно дают... Ага, видите, даже такие вот... То есть, с помощью этих новых рельс мы сможем вот таким вот образом направлять их. В нужном нам место. Постоянно какие-то рекорды я зарабатываю. Так, ну, много тут миссий. О, сколько их много. Смотрите, прикольно. Азия даже, прикольно. Есть какой-то магазин. А, ну это с подсказками, ладно. Идем дальше. Ага, смотрите, ускоритель доступен. Что же он делает? Если застрянешь на уровне, то можем использовать подсказку, чтобы получить помощь. Вот, держи 3 бесплатно. Угу. Нажмите на экран, чтобы раскрыть часть этого решения. Ага, вот как работает подсказка. То есть нам дают не весь и исчезает. Отлично. Я уже забыл. Я, может, забыл уже. Ну-ка, так можно? Юмористы. Ладно. Только я не помню, ускорители что дают. Так. Так, ой, не то, не то.
Так, мы вот... Так, давайте вот так вот сделаем. Вот. Типа того. Потом вот так вот. Что-то я мудрю. Что-то я мудрю. Да пофигу на эти звездочки. Так, вот давайте так. Потом... А. Так. Подождите, тихо-тихо-тихо. Мы можем же эту финюшку перевернуть. А, вот таким вот образом. А, у нас же еще надо, чтобы до этого дошло. Угу. Да что я трачу эти? Я же могу... Только непонятно, что значит ускоритель, потому что... Так, это мы ставим сюда. А что она? Дура тупая. А что она не работает-то? Непонятно. Не работает, непонятно. Давайте стерем и вот так вот построим. Не будем мучиться. А что такое? Почему не получается? Так они меня все разобьют тогда. Отлично. И последнее. Практически последний штрих. Ну, скажу сразу, не всем такая игра понравится, потому что тут надо реально мозги напрягать, а дальше, мне кажется, будет еще сложнее. Это сейчас пока легко, а потом будет очень... Посмотрим. Так, посмотрим, получится. Ой, слишком медленно. Понятно, надо, чтобы у меня специальные ускорители, да, получается, да? Давайте их сделаем. А, я не понял. Ну-ка. Ой, так у меня разобьются, чуваки. И они ставят ускоритель на эту фигнюшку. А, не хватает денег. Давайте проверим. Так, давайте. Отлично. Да, вот игры, как и говорил, тут не все так просто. Я уже вперся. Вот подсказка, кстати, давайте посмотрим. О, ну я так же и сделал, что за извращение такое. Ладно, мы сейчас тогда пойдем другим путем. Так, нафиг нам, сейчас мы будем насрать на эти звездочки. Ладно. Вперся я, к сожалению, да. Давайте стерем вот эту туфту. Поставим ее, знаете, куда? Сюда куда-нибудь. Вот. Нет, стоять. А чё она? Блин. Чё, издевается нам нужно? Вот так вот. Так, и думаю, сейчас все получится. Ну чё, давай. Не получится? Едь, 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 едь. Так, короче, слишком медленно. Что-то я тут не учел. Ну-ка, ну-ка. О, что-то тут вообще какой-то реальный геморрой. Ладно, не буду я дальше проходить, потому что уж как-то меня, я уже вперся и так уже на одном и том же неинтересно. Думаю, вам тоже это смотреть. Ну, давайте перечислю достоинства данной игры. Достоинство. Интересная вообще концепция самой игры. Мне такие игры нравятся, хотя сейчас я, в принципе, не играю. Вот. Что мы еще плюс? Игра на русском языке. Это плюс. Ну, в принципе, все. А минус, то, что игра требует обязательно доступа в интернет. Сложность некоторых уровней, которые вам придется проходить. И то, что вам придется платить за различные подсказки. Ну, а так игра стоит того, чтобы в нее сыграть. Ну, короче, игра для любителей жанра. Не нравится жанр, просто тупо не качайте. Вот. Ну, а на этом сегодня все. Ставьте лайки. А с вами был Android Androidыч. Всем пока.